Друзья, всем привет. Видите, уже какие тюльпаны у нас пораспускались. Что это у нас? Семик. Сопровождающий. Но еще цветов не видно. Бутонов. Подснежники отошли. Зато нарциссы на подходе. Ну, будем наблюдать. Сэм. Ух. Звер. Сейчас же нарциссы поест. Здесь тоже горчица прет. Сколько тут золы с котла. Мама родная. Еще и теща отволокли. Да, все потихонечку лезет. Сэмик спрятался. А кто тут у нас сидит? Сэмик в норке. Сэм. И хрустит. Пошли гулять. О, вон и Маня бежит. Да, друзья, сегодня у нас в ночью, ну или рано утром там, перевели часы на час вперед. Я проснулся, глянул. Без 27 утра, думаю, ну нормально. Уже можно потихонечку ходить там, раструшиваться. Ха, удочки. Потом смотрю на часы, без 28 уже, елки-палки. Ой, беда, сейчас будет день еще длиннее. Фу, короче, наоборот. Сейчас туда-сюда уже 12. Ну, то такое. Что это у нас там скидывается? Да, что-то такое. Вот эту бутылку кто-то привязал. Я не знаю, с какой целью. Несколько лет назад. Зимой я забыл отодрать, вырвать ее. И сейчас туда не попадешь. Ага. Фу. Там вчера Пуня кушал рыбку. Досталась одна вчера Пуня. И осталось немножко чешуи. Сэм, да иди ж ты сюда. Чук-чук-чук. Лапы такие, как у Борчука. В общем, тихое утро. Слава Богу, вроде как ночь была тихой. Поэтому, друзья, кто, у кого кнопочные телефоны, не забудьте откорректировать время на них. Либо по телевизору, либо еще по чем-нибудь. Ух ты. Уточка, то вон знал, что-то растение. А вот им еды тут. Да, друзья, пойдем мы в дом. Ожидается похолодание на несколько дней. А потом вроде как опять все наладится. Так, Пуня подсочил. Тьфу, господи. Сэм, потом Маша. Что, идем, друзья, коты мои? Пойдем. Пойдем, Сэмик. Все время на суете. Так, друзья, всем хорошего выходного. Электричка идет, слышу. Всем всего самого хорошего. Всем мира, добра. Остаемся на связи. Всем пока.